Приветствую вас на канале Авиатехник. В этом ролике мы поговорим с вами об интересном советском проекте штурмовика, оснащенного подвижным бортовым вооружением. Проект получил обозначение МиГ-17СН. В основу концепции штурмовика была заложена теория о повышении боевой эффективности путем установки подвижного бортового стрелкового вооружения. Самолет был построен на базе серийного МиГ-17 с полностью измененной носовой частью фюзеляжа. Его длина была увеличена на 1 метр 69 сантиметров. На фотографии выше наглядно видно расположение подвижных пушек в носовой части фюзеляжа. Помимо вооружения, у самолета появились два новых боковых воздухозаборника, вместо одного центрального, как у обычных МиГ-17. К слову, вооружение СН представляло собой стрелковую установку СВ-25 МиГ-17 с тремя пушками ТГБ-495, калибра 25 мм, две с левой стороны, одна с правой. Пушки были подвижными только в вертикальной плоскости. Испытания первого прототипа начались в 1953 году. Им пилотировал Г.К. Масолов. Государственные испытания начались уже в феврале 1954 года в ГК НИИ ВВС. В общей сложности на самолете СН было осуществлено 130 полетов. В ходе испытаний было установлено, что на практике стрельба под углом к продольной оси самолета из трех пушек одновременно приводила и изменению траектории полета. Этот момент необходимо было чем-то компенсировать. Также отмечались неудовлетворительные характеристики самолета и ухудшение его маневренности. Упала максимальная скорость полета, скороподъемность, снизился практически потолок на 500 метров и так далее. Проект был признан неудачным, и все работы в этом направлении были прекращены. Друзья, если вам нравятся самолеты МиГ, предлагаю ознакомиться со сборной моделью МиГ-29 авиационной группы «Стрижи» от фирмы «Звезда» на Яндекс.Маркете. Быстрая доставка, можно оплатить частями. Быть может, данная модель пополнит вашу домашнюю коллекцию уже на днях. Ссылка на модель в описании под видео. Поддержите ролик пальцем вверх и обязательно подпишитесь на канал Авиатехник, чтобы не пропустить новые интересные факты из мира авиации. Также рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, там публикуются интересные посты с фотографиями на тему авиации.